В осенне-зимний сезон у детей резко ухудшается здоровье. Думаю, это подтвердит любой родитель. Первыми на изменения погодных условий реагируют, как правило, лор-органы. Ответ на вопрос, почему это происходит, точно знают в клинике новых технологий. Насморк, затрудненное дыхание, заложенный нос. Зачастую мы стараемся вылечить подобные недуги в домашних условиях, забывая о том, что самолечение может привести к неожиданным последствиям. Врачи клиники новых технологий настоятельно рекомендуют обращаться за помощью к специалистам уже на ранних стадиях заболевания. Детский прием ведут лор-врачи, имеющие образование по педиатрии, что помогает им легко находить общий язык с малышами и превращать осмотр в интересную игру. В клинике новых технологий каждый год разрабатываются и внедряются в работу новые методы эффективного лечения заболеваний уха, горла и носа. Опытные врачи помогли тысячам маленьких посетителей не только из Красноярска, но и с разных уголков нашей страны. В зависимости от сложности заболевания в клинике предлагают как консервативное, так и оперативное лечение. Удаление аденоидов. Оно в нашей клинике осуществляется под наркозом, что исключает психоэмоциональную травму для ребенка. Причем сейчас применяются хорошие наркозные препараты, которые достаточно легко позволяют выйти из наркоза ребенку. Операции в клинике выполняются на современном оборудовании из США и Германии. Оперирующий хирург, профессор, доктор медицинских наук Вахрушев Сергей Геннадьевич. Имя этого человека, как известно, является залогом эффективных операций. Клиника новых технологий расположена по адресу Джамбульская, 19. Позаботьтесь о здоровье своего ребенка заранее.